там открывается. С этой стороны рама разваливается, ее дернешь, она может вообще рассыпаться.
есть такой. В смысле, который, который доску пишет, доска? Да, на доску поставить этот. Ну, магнит есть, но магнит. Скотч. Скотч. А скотч есть? Вот на доску и скотч. Наверное, лучше снять, очень удобно качать. Угу. Поток положить можно. Угу. Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештхая Бхутале Шримате Бхакти Веданта Свами Ити Намине Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештхая Yeah.
Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша, Шуньяваде, Пашчатья Дешатарине. Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатья Дешатарине. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна.
Сегодня мы попытаемся с вами читать из Пуруша Сукты мантру 9 и потом стих из Бхагавад Гиты. Значит, Пуруша Сукту тут я написал, да, можно видеть. Попытаемся правильно. Значит, значочки помните, что там означают, да? Длина слогов, высота слогов. Сначала попытаемся пословно, потом по строчке спеть правильно. Вот эти две черточки, значит, повышение. Получается низковато, да, не повторить будет. Вот так лучше, да? Тасмад. 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 Яджнат. 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 Сарва, сарва ху, сарва ху та. Сарвахута. Сарвахута. Там короткие слоги, поэтому как-то, наверное, короче будет. Сарвахута. 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 Попробуем строчку. Тасмад яджнат сарвахута. Тасмад яджнат сарвахута. Тасмад яджнат сарвахута.
Tasmād yajnāt sarvahūta. Ричаха, 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 Самани, 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 Рича, Самани. Рича самани, рича самани, рича самани, рича самани, джаджнире, 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 рича самани, джаджнире. Рича самани 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 джаджнире. Чандамси. Чандамси, 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 джаджире, 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 тасмат. Тасмад, 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 чандамси джаджире тасмад, чандамси джаджире тасмад, чандамси джаджире тасмад, чандамси джаджире тасмад. 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 Яджус. 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 Тасмад. 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 Аджаятам, аджаятам, яджус тасмад аджаятам, яджус тасмад аджаятам, яджус тасмад аджаятам. 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 Тасмад яджнат сарвахута. 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 Рича самани джаджнире. Рича самани джаджнире. Рича самани джаджнире.
Рича сама не джаджнире. Рича сама не джаджнире. Рича сама не джаджнире. Рича сама не джаджнире. Чандамси джаджире. Чандамси джаджире тасмат. 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 Я джус тасмат аджаятам. 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 Тасмат яджна царва хута. Тасмат яджна царва хута. Рича самани джаджнире. Чандамси джаджи, чандамси джаджире тасмат. Чандамси джаджире тасмат. Я джус тасма даджаята. Я джус тасма даджаята. Как-то так. Перевод стихов. Тасмат. Тасмат. И стой. Яджнат, жертвы, сарвам, все, хутага, жертвенные подношения, рычага, гимны ригведы, самани, самоведа, джаджнире, возникли. Чандамси, чандамси. Стихотворные размеры чандасы. Джаджире, джаджире. Появились. Появились. Тасмат, тасмат. Из нее. Яджуху, яджурведа. Тасмат, из нее. Аджаята. Возникло. В процессе той изначальной яги стали известны все ингредиенты, необходимые для проведения ритуала жертвоприношения. В первую очередь Богом были ниспосланы священные гимны Ригведы, Яджурведы и песнопения Самоведы. Кроме того, в результате яги появились основополагающие чандасы – стихотворные размеры санскрита. В процессе той изначальной яги, стали известны все ингредиенты, необходимые для проведения ритуала жертвоприношения. В первую очередь Богом были ниспосланы священные гимны Ригведы. Яджурведы. И песнопение Самоведы. Кроме того, в результате яги появились основополагающие чандасы. Стихотворные размеры санскрита. Примечание такое написал Гададхара Пандит Прабху. Когда полубоги и мудрецы начали мысленно совершать ягью, в то самое время еще не были известны никакие священные гимны. Однако Господь пролил свою милость, в результате чего великие риши получили от Него в форме откровения все необходимые гимны вед. Таково божественное устроение, согласно которому гимны вед в вечно неизменной форме хранятся в памяти Господа. И в начале каждого очередного цикла творения Господь не спосылает веды людям в форме откровения по
посредством избранных им мудрецов или риши, выделяющихся особенной святостью. Понятие о стихотворных размерах, чхандасах, заслуживает отдельного обсуждения. Фактически ведические чхандасы – это ритмы божественной музыки, которая непрестанно звучит в природе. Но что же такое музыка? Она состоит из красивых нот и ритмов. Любая музыка основана на семи нотах – са, ри, га, ма, па, дха, ни, или семи тональностях, изначально заимствованных из музыки ведической традиции и в особенности гимнов Самаведы. Кроме того, ритмы музыки основаны на стихотворных размерах – чхандасах. На самом деле, как чхандасы, так и музыкальные ноты находятся в ведении жен выдающихся полубогов, прекраснейших женщин во Вселенной. Благодаря незримому присутствию этих богинь в музыке, ее исполнение способно пробуждать в слушателях самые разнообразные расы, утонченные эмоции и переживания. Ведь часто люди слушают песни на иностранном языке и получают от этого удовольствие, даже не понимая смысла их слов, ибо сама мелодия, наполненная вибрациями ее чандаса, завораживает слух. Чхандас стиха определяется по количеству слогов в одной его строке. Существует семь основных видов чхандасов. Размер гаятри имеет куплеты, составленные из трех строк с восемью слогами в каждой. Ушник имеет семь слогов в каждой четверти куплета. Ануштуб – восемь слогов в каждой четверти. Брихати – девять. Панкти – вират. 10, Триштуб 11 и Джагати 12. Также существуют некоторые дополнительные чхандасы, в которых число слогов превышает 12. Размером гаятри повелевает сваха, жена бога огня Агни, а также Шри Лакшми Бхарати, жена Мукхи Праны, супруга Брахмы и божественный орел Гаруда. Размером ушник управляет Санджна, жена бога Солнца, Сурьи. Размером ануштуб – Рахини, жена бога Луны Чандры и богини учености Сарасвати. Размером брихати – Тара, жена учителя полубогов Брихаспати, а также Шри Лакшми, Бхарати, супруга Брахмы и Гаруда. Размером панкти – Вират Ганга, жена полубога воды. Варуны, а также Шачи и жена полубога Митры. Размером триштуб Шачи, жена царя небес Индры. Размером Джагати управляет Варуни, супруга Шеши, и все перечисленные выше богини одновременно. Так из приведенного здесь списка чандасов становится понятным, каким образом стихотворные размеры санскрита подчинены определенным божественным личностям. И мы прочитаем из Бхагавад-гиты, как она есть, переводы, комментарии его божественной милости. Бхактивиданте с вами Прабхупады, глава 9, самое сокровенное знание, текст 20. Я просто прочитаю, повторять не надо. Трай видья мам сома папута папа, яджнаэр иштва сваргатим прартхаянте, Те пуньям асадья сурендра локам, ашнанти дивьян дивидева бхоган. Те, кто изучает веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Комментарий Шрилы Прабхупады. Трай видья – это три веды – Сама, Яджур и Риг. Брахмана, изучившего эти три веды, называют три веди. Каждый, кто ценит содержащиеся в них знания и строго придерживается их, пользуется всеобщим уважением. К сожалению, многие великие ученые и знатоки вед не знают их конечной цели. Поэтому в данном стихе Кришна объявляет себя высшей целью всех три веди,
Настоящие три веди укрываются под сенью лотосных стоп Кришны и занимаются преданным служением, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с повторения маха-мантры «Харе Кришна» и попыток постичь природу Кришны. К сожалению, те, кто изучает веды формально, предпочитают приносить жертвы различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Подобная деятельность, безусловно, очищает их, помогает им выйти из-под оскверняющего влияния низших гун природы и в результате достичь высших планетных систем или райских планет, таких как Махарлока, Джаналока, Тапалока и так далее. Тот, кто попал на высшие планеты, получает несоизмеримо большие возможности для наслаждений по сравнению с теми, что имеются на нашей планете. Ом Агьянати Мирандхасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Йена Бхутале Своям Рупа Кадамахим Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуро Шри Ютапада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатан Витамтам Садживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамшча Хе Кришна Каруна Синдху Динабандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчина Гауранге Радхе Бриндаванишваре Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатару Бхяшча Крипа Синдху Певача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Бринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В мантре Пуруша Сукты, которую мы сегодня прочли, говорится о том, что в процессе яги Богом были ниспосланы священные писания, веды. Когда боги начали творить эту яги, у них не было никаких ингредиентов, у них не было ни жертвенных даров, ни понимания, как эту яги совершать, ни священных писаний, содержащих жертвенные формулы и гимны, произносимые при жертвоприношении. Ничего не было. Но они стали все равно совершать ягью, и в процессе деятельности все появилось. Так часто мы начинаем в мире какую-то работу, когда у нас на самом деле ничего для этого нет. Вообще ничего нет. Но если есть в сердце какое-то чувство, что это как-то соответствует плану Бога, то в процессе осуществления этой деятельности все ингредиенты появляются. Хотя должно было быть наоборот, да? Сначала нужно собрать, вот как яги совершать, сначала надо собрать дрова, масло, выучить гимны,
пригласить всех полубогов, потом начать ягью. А они как начинали? Дров нет, масла нет, гимнов нет, ничего нет. Они начинают ягью просто потому, что есть в душе такое чувство, что надо совершить жертвоприношение, что надо совершить этот обряд, иначе мы никуда не двинемся. И тогда в его процессе все приходит. По большому счету, так всегда происходит, особенно в нашей духовной жизни. Потому что если в материальном мире мы не можем строить дом, ничего не имея, мы не можем прийти и сказать, вот мы будем строить дом, ни кирпичей нет, ни цемента нет, ни плана нет, ничего нет. Мы, так ничего не получится. Но в духовной жизни нам приходится делать именно так. Потому что мы приходим и собираемся вот построить какую-то свою духовную личность, совершить какую-то, превратить свою жизнь в жертвоприношение Богу. При этом у нас нет веры, нет чистоты, нет знаний, нет ни одного ингредиента для того, чтобы совершить это жертвоприношение. Но мы начинаем совершать это жертвоприношение, по крайней мере, надеясь на то, что в процессе появляется необходимая вера, появляются необходимые знания и появляются возможности для нас заниматься тем, что мы называем служением Богу, хотя поначалу совершенно не понимаем, что стоит за этими словами. И вот в предыдущих текстах уже рассказывалось, как из яги появились йогурт и масло, появились птицы и животные. То есть то, что должно было быть пожертвовано в ягью, на самом деле появлялось из яги обратным методом. Да? У нас тоже бывает так, что чистота и качества духовные, которые являются даже таким условием святости и духовной жизни, на самом деле появляются как побочные продукты во время совершения духовного процесса, как в этой яге. В общем, уже появились масла, уже весна там стала топленным маслом и так далее, и так далее. А теперь весна стала их топленным маслом, лето превратилось в дрова, а осень приняла форму жертвенных даров. Вот так вот уже постепенно появляются материальные элементы жертвоприношения. А теперь в этом стихе появляются священные писания, веды, без которых жертвоприношение невозможно. Изначально существовали три веды, траеведья: ригведа, самоведа, яджурведа. Они структурированы соответственно потребностям ритуала, жертвоприношения. Древняя ведийская религия была сосредоточена вокруг ритуалов огненных жертвоприношений и вокруг ритуалов, связанных с питьем и приношением напитка в огонь, напитка сома. Вот мы в Бхагавад-гите сегодня тоже прочитали: те, кто изучает веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты. Ведийская религия была построена вокруг некоторого цикла огненных ритуалов, связанных также с поклонением соме и господствующим божеством этого напитка сомы, или он отождествлялся с ним, являлся также бог луны Чандра. Тоже Прабхупада здесь пишет о нем в комментарии, да, что, к сожалению, те, кто изучают веды формально, предпочитают приносить жертвы различным полубогам, таким как Индра и Чандра. И вот ведийская религия была на этом основа. Огненные ритуалы, цикл ритуалов, связанных с напитком сома, и поклонение Индре, Чандре, а также Агни всегда, Сурья и так далее. И вот в этой ведической религии веды
ну, вот, вот они функционально были организованы вокруг, вот, вокруг ритуала. Часто в трех сборниках содержатся одни и те же стихи, одни и те же мантры, но видоизмененные в связи с их функциональным предназначением. В Ригведе рич-гимны, которые специальный жрец провозглашал во время жертвоприношения. В Самоведе саманы, самани тут, это напевы. Часто это те же самые гимны Ригведы, но они поются в другом месте жертвоприношения, в другом, на другом этапе ритуала, и они поются на более сложные мелодии. А яджус, то, что составляло яджур-веды, яджур-веду, яджур-веда – это веда яджусов. Яджусы – это жертвенные заклинания. Это вот конкретные формулы, с которыми проводится жертвоприношение и с которыми что-то, допустим, жертвуется в огонь. Вот Ригведа – какой-то просто гимн, прославляющий божество. Самоведа – часто тот же самый гимн, исполняемый на другом этапе жертвоприношения, так изощренно, красиво. А яджусы – это непосредственные обращения к богам во время совершения жертвоприношения. Я бы поэтому, вот недавно читая некоторые переводы яджурведы, я понял, что вот по-нашему это молитвы. Вот в яджурведе больше всего того, что мы подразумеваем под молитвами. В Ригведе тоже молятся богам, тоже просят у них что-то, но в основном просто прославляют и просто какие-то вот тонкие духовные истины раскрывают в Ригведе. А яджусы – это молитвы. Это очень такие прямые и непосредственные обращения. Поэтому яджурведа, она даже, может быть, более интересна, вот показалось мне, чем Ригведа, потому что она о каком-то очень личном отношении поклоняющегося к божествам, потому что именно его личное отношение проявляется в персональной молитве, когда он что-то просит, ну, о чем-то молит, как-то обращается к своему божеству. Да? Это яджусы. И это все возникло в результате вот этого жертвоприношения Пуруши. В том числе и возникли необходимые веды. Без гимнов вед, без мантр ведических, жертвоприношение недействительно. Просто поливать огонь маслом, будете просто поливать огонь маслом. Именно правильное произнесение ведических гимнов дает силу и могущество этому ритуалу. Веды это божественное откровение. Вообще, в каждой религиозной традиции считается, что основные священные писания – это божественное откровение. Вот в нашей религиозной традиции веды считаются божественными откровениями, и некоторая литература, следующая ведам, которая тоже имеет статус божественного откровения – потому что есть также литература, находящаяся в каноне, но имеющая другой статус. Вот как у нас есть шрути, это именно откровение, услышанное. И есть смрити, то, что было запомнено от учителя и пересказано, возможно, даже своими словами. И вот самый древнейший наш канон и основной наш канон – это веды, в который входит эта Пуруша Сукта, один из древнейших гимнов, который мы изучаем сейчас. И это без преувеличения самое древнее религиозное знание на Земле. У нас есть какое-то представление о религиях древних людей,
Есть какие-то раскопанные жертвенники, какие-то города. Вот не так давно я читал о городище, раскопанном в нынешней Турции. Гебекли Тепе это называется место, кажется, это как-то горбатая гора по-турецки, а по-армянски это Пуповинная гора, Порт-Асаар, потому что это место бывшая Западная Армения. Вот там раскопали храмовый комплекс. Храмовый комплекс раскопали. Явно у него было культовое предназначение. Это комплекс зданий, но вряд ли это просто какие-то жилища. Ученые сходятся в том, что это культовый комплекс. Но проблема в том, что согласно хронологическим замерам ученых, ему порядка 10 тысяч лет. Порядка 10 тысяч лет, вот с точки зрения как-то современной историографии, у человека еще не было храмовых комплексов. Он еще занимался собирательством и мелкими стадами там ходил и выкапывал корешки. И, может быть, каким-то духом молился, но чтобы иметь храмовый комплекс и какой-то явно что организованную религию, потому что этот храмовый комплекс обслуживал племена, находившиеся на территории десятков километров от него. В общем, это как бы центр был, как бы какая-то религиозная столица какого-то вот народа, да, ныне исчезнувшего. Я говорю, все нормально, но просто 10 тысяч лет не вписывается. Но ему действительно 10 тысяч лет. И это вот никуда не... Никуда не денешь. Вот ему 10 тысяч лет, и 10 тысяч лет назад у людей уже были храмовые комплексы, и они уже там чему-то поклонялись и совершали какие-то ритуалы, и у них уже была какая-то организованная религия. Но, так или иначе, вот у нас есть представление о какой-то религии у древних людей, о том, что она была религией у древних людей. Есть какие-то вот научные исследования и о мифах Древней Греции, из которых древнегреческая религия как-то выводится, там, скандинавская, ну, более поздняя, конечно, но тем не менее. От Ближнего Востока сохранилось много, там, Ветхий Завет, который тоже считается очень древней книгой и так далее. Но в основном от этих древних религий сохранились... Ну, какие-то куски, какие-то мифы, непонятно, поэтические какие-то произведения, литературные памятники и так далее. От древних, ныне забытых религий. И только в Индии сохранились веды как вот, ну, вот такой ритуальный сборник, да, гимнов, содержащий также и философию древней религии и вот все, чем она являлась. Понимаете, в чем дело? В Древней Греции была какая-то религия тоже, да? Но вот сейчас поймите эту разницу, да? От Древней Греции не сохранилось такого сборника, как Веды. Понимаете? И от Древнего Египта, несмотря там на вот эти книги мертвых, нацарапанные на стенках, но вот такой религиозной книги, религиозных книг, комплекса религиозных книг от религии Древнего Египта тоже не сохранилось. И от религии Древнего Междуречия, которые, ну, тоже какие-то религии были, да, тоже не сохранилось. И от этого комплекса 10 тысяч лет назад, который был в Западной Армении, нет, мы не знаем, какие гимны там пели. Этого не сохранилось. Мы можем делать догадки по каким-то отрывкам, остаткам, проводить аналогии, этнографические исследования и так далее, и так далее. Но только веды вот сумели сохраниться как как откровение,
которому следовали тогда и следуют сейчас. И тогда люди читали эту Пуруша Сукту, я уже говорил на самой первой лекции. И прошли тысячи лет, и мы читаем ту же самую Пуруша Сукту. Вот такого, такой преемственности священных текстов нет больше ни в одной традиции, нигде. Ни у кого не сохранилось древнего сборника откровений, текстов, древнего писания, которому бы они продолжали вот сейчас следовать. Вот, поэтому с любой точки зрения Веды – это, конечно, самая древняя, сохранившаяся, живая религиозная традиция. Мы, как люди верующие, считаем, что они даны нам Богом. Мы не пытаемся особенно разобраться в хронологии, сколько там веков назад или тысячелетий назад было написано то или иное произведение. Хотя, несомненно, они в этом мире составлялись, они приходили через риши, эти были риши историческими людьми, они жили в какое-то время, и они в какое-то время записывали эти веды. Но изначально мы считаем веды апаурушея, божественное знание, не имеющее начала, что не исключает того, что здесь, в этом мире, они появились через каких-то людей и в какую-то определенную эпоху. Это одно другое не исключает. И даже более того, что веды утрачивались и появлялись снова. И это происходило много раз на протяжении и божественной истории, когда Господь сам спасал веды. Это происходило и на протяжении человеческой истории, когда и веды, и многие произведения ведические, и смысл вед утрачивались и восстанавливались ачарьями, причем восстанавливались двумя путями. И находились древние рукописи, и вновь вводились в оборот, да, и получали заново в откровении эти тексты, и заново объясняли суть священных писаний. Вот, что значит прасома-расу? Тоже моя любимая тема. Как тут Прабхупада пишет, те, кто изучает веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. В ведийское время это питье сома-расы составляло важную часть религиозного ритуала. Брахманы, участники, заказчики ритуала, они пили этот волшебный напиток и испытывали какие-то озарения, вдохновения и так далее. И можно подумать, что вот вся эта религия была просто основана на галлюцинациях, вызванных приемами сильнодействующих наркотиков. Но проблема в том, что сейчас у нас есть наркотики. У нас есть очень хорошие наркотики, даже сильнее и концентрированнее тех наркотиков, которые были в древности. В древности люди употребляли вещества, расширяющие сознание, но, как правило, они были не концентрированными. Ну, растительное сырье какое-то, что-то, да. В наше время научились наркотики выделять и концентрировать, ну, и создавать, вот, создавать очень концентрированные наркотики, очень мощные. Но тем не менее, раньше человек пил сома-расу и видел богов, которые приходят на жертвоприношение. Сейчас человек пьет, курит и ест огромное количество наркотиков, но никаких богов не видит. В лучшем случае он напивается и видит зеленых чертиков. А богов почему-то не видит, сколько бы он ни выпил. Раньше индейцы курили табак, как-то вот какие-то вот у них были случаи, это помогало им сосредоточиться на своих богах и вот на каких-то духовных своих
переживаниях, да, они пускали по кругу эту трубку, и как-то вот они сосредотачивались, и это им помогало в их ритуале. Сейчас человек выкуривает по пачке сигарет в день, и это никак вот не помогает ему, не знаю, как-то так, познать духов земли и воды и так далее, услышать бегущих за 300 километров антилоп, и что, просто курит и все. Точно так, мы не знаем, что был за напиток сома-раса. Не знаем и никогда не узнаем. Но такое впечатление, что не он был главным. Поскольку в поздние времена, когда арии в основном уже переселились на восток, и этот растение, из которого был сделан напиток, оно то ли исчезло, то ли оно осталось где-то в горах, недоступным. Они даже сок ревеня использовали, ну, потому что ритуалы продолжались, а сом, это растение уже было недоступно. И в ведах сказано, что можно применять, если недоступно растение, вот там, где ты живешь, если недоступно то растение, которое нужно применять, то ты должен подобрать здесь растущий аналог, его можно использовать в жертвоприношении. И вот они уже в центральной и южной Индии какой-то ревень использовали, никакими наркотическими средствами не обладающими. Ну, его точно так же выжимали, делали какой-то из него напиток, и вот как-то так тоже все равно продолжали. Те ритуалисты, те для кого ритуал важен. Так что не это самое главное. Сейчас у нас есть очень хорошие наркотики. Чай тоже. Иногда мне кажется, что сомараса это мог быть просто чай. Ну, что, тоже горное растение, тоже его можно выдавить и смешать с молоком, и что-то такое получить. Люди сейчас пьют чай каждый день, не видят ни Индру, ни Чандру. Чего? Так что не обязательно это дело было в том, что это какой-то наркотик. Хотя какие-то вещества, они вот в прежние эпохи были доступны людям, и сейчас доступны на райских планетах сомараса, которые увеличивает наслаждение. Но в духовной жизни дело не в них. Потому что все зависит от других вещей. Почему мы видим богов или не видим их? От чего это зависит? Как вы думаете? От веры. От веры. Главная сома-раса – это вера. Главный напиток сома – это вера. Если человек верит в богов, он видит богов. И обратно, если человек видит богов, он верит в богов. Понимаете, это вот замкнутый цикл религиозного процесса. Человек видит богов, человек верит в богов. Человек верит в богов, человек видит богов. Человек видит богов, человек верит в богов. Человек верит в богов, человек видит богов. Никакой иной веры в действительности не существует, кроме той, которая может быть обретена посредством хотя бы минимального собственного человеческого прямого опыта. Поэтому Бхагавад-гита говорит нам, что это знание дает нам непосредственное восприятие духовной реальности. Вот это очень важно. Без непосредственного восприятия духовной реальности у человека не возникает веры. Это все обман и иллюзия, когда нам говорят, что вот вы просто прочтите книжку, и вы поверите. Вы просто вот, не знаю, вот так вот, сделайте над собой усилие. Вот вы не верите, да, а вот вы сделайте над собой усилие и поверите. Нет, человек так устроен, что он не поверит, если он что-то не увидит и не почувствует. У человека есть разум, а свойство разума – это сомнение. Человек должен что-то получить сначала, прежде чем он поверит. Например, он может увидеть человека, другого человека, который видит богов. И на какой-то момент он может увидеть богов его глазами. И тогда у него появится вера. Зачаточная вера. И постепенно он сможет сам видеть богов.
Но просто умственным усилием обрести веру невозможно. Вот в чем дело. Что вера, она является необходимой предпосылкой пути, но она же является и целью пути. И она же, собственно, является процессом. И, собственно говоря, ничего, кроме веры, нас тут не интересует. Но эту веру нельзя получить умственным усилием над собой. Вот я не верю, и вот я сейчас поверю. Тем более для нас. Для нас, людей современных, вера, простая, естественная вера, которая была у средневекового крестьянина, она практически невозможна. Средневековый крестьянин не знал, что Земля круглая, не знал, что Луна – это спутник вокруг Земли вращающийся, не знал, что в Солнечной планете, в системе столько-то планет, и что наша галактика называется Млечный Путь, и что Вселенная состоит из атомов и молекул, и не знал, что человек развивается таким или другим из-за наборов ген, которые передаются от родителей, и так далее, и так далее. Он ничего этого не знал. Правильно? Все, что он знал, рассказал ему сельский священник. Что Бог слепил из человека из глины и так далее. Вдохнул в него душу и так далее. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но тогда у человека не было другого выхода, кроме как поверить сельскому священнику. Ну или не верить, но тогда не верить ничему. Он мог быть либо верующим, либо агностиком. У него не было возможности получить другое образование. Сейчас мы все насильно со школы получили полное образование. Материальное, географическое, биологическое. Мы все знаем, как устроен этот мир. И на самом деле мы должны себе признаться в этом мире, который, как нам объяснили о нем, начиная со школы, там не то чтобы... совсем нет места для Бога. Просто этот мир может без него обойтись. Скажем так, существование Бога вот в этой материальной вселенной, оно не отрицается. Материальная наука не может его отрицать. Но она без него обходится. Это такое... Бог и все духовные сущности получаются такими факультативными вещами в этой вселенной, без которых... Эта вселенная вполне обходится, как нам объяснили. И вот в этой ситуации может ли у нас быть вера, вот такая, простая, естественная? Нет. Нет. Наше знание несовместимо с верой в Бога, с верой в Священные Писания, поэтому веры у нас нет на самом деле. Верующими людьми, естественными, простыми верующими людьми, мы не являемся. Надо это понять. Мы не верующие. Мы рожденные атеисты и воспитанные атеистами. И это невозможно вот щелчком пальца изменить. У нас нет веры. Для того, чтобы нам обрести веру, нам нужны усилия. С другой стороны, какие усилия могут помочь обрести веру? Если вера не обретается никаким интеллектуальным напряжением. Никакое интеллектуальное напряжение или никакое волевое решение не поможет нам обрести веру. Потому что человек обретает веру только на основании чего? Опыта. И вот здесь самая большая наша проблема, но здесь наша и надежда. Она состоит в том, что вера и практика является взаимозависимыми динамическими категориями. И мы возвращаемся к этой истории с жертвоприношением, которую боги начали, не имея ничего для этого жертвоприношения, и все появлялось в процессе этого жертвоприношения. Мы начинаем духовную практику, не имея ничего для духовной практики, и все появляется в процессе этой духовной практики. Это взаимно усиливающиеся вещи.
То есть, если обладая какой-то, я не знаю, милостью, дарованной просто частичкой веры, хотя сначала это может быть просто любопытство. Человек соглашается принять процесс, то он получает какой-то опыт. Опыт дает ему зачатки веры. Вера позволяет ему продолжить процесс. Продолжение процесса укрепляет его веру. Чем больше процесса, тем больше веры. Чем больше веры, тем больше процесса. Вот так это только так, друг за другом идет. Но обратное тоже легко происходит. Когда человек оставляет духовную жизнь, он и теряет веру. Это происходит сплошь и рядом. И на самом деле даже трудно сказать, что происходит раньше. И даже сам человек не может понять. Перестал ли он верить в Кришну сначала, а потом пустился во все тяжкие? Или он сначала поддался зову чувств и пустился во все тяжкие, а постепенно перестал верить в Кришну? Или это происходило одновременно? Это вот как курица и яйцо. Вера и процесс – неразрывные вещи. Нельзя сказать, что раньше получается. Человек теряет веру или перестает следовать процессу. Может быть, он перестает следовать процессу и теряет веру. Но это обязательно взаимосвязанные вещи. Когда мы усиливаем свою веру, мы усиливаем процесс. Когда мы усиливаем процесс, у нас усиливается вера. Когда мы оставляем процесс, мы чувствуем, что вера наша точно так же ослабевает. Потому что человеческая еще природа так устроена, что им мало получить когда-то какой-то опыт, чтобы иметь веру всю жизнь. Человек должен постоянно подтверждать себе, что земля твердая, что по ней можно ходить. Если человек полгода не ходит, ему трудно встать на ноги, он не совсем уверен, что как это ходить, что земля твердая, что она выдержит его. Ну так. Вот. Человеку нужно постоянно подтверждать себя процессом свою веру. Почему в ведийские времена арии видели богов? Потому что они совершали жертвоприношения. Почему они совершали жертвоприношения? Потому что они видели богов. То есть они совершали этот процесс регулярно. А что было стимулом? Ну, потому что они знали, вот сейчас мы зажжем ягью, и Индра придет, и Чандра придет, и все будут. Но это не какие-то выдумки. Они все придут, мы у них попросим благословения, они нам дадут благословение, и мы и в этой жизни получим все, что нам хочется, и в следующей жизни возвысимся. Так что ж нам не совершать-то эти яги в такой ситуации, когда все настолько очевидно и все настолько доказательно. Вот они видели богов, они совершали яги. Совершали яги. А почему они видели богов? А потому что они совершали яги. Так это ж не Кали-юга была. Ну это не Кали-юга была, да. Но вот человек перестает совершать яги, и он перестает видеть богов. А он перестает видеть богов, и он перестает совершать яги. И теперь вот, когда вот уже эта цепь, да, вера, практика, вера, практика, вера, практика, в любом звени ее порви, и восстановить будет очень сложно. Теперь вот, ну вот с чего, да? Ну давайте огонь зажжем, попробуем мантры прочитать. Увидим ли мы Чандру? Ну, мы не верим. Значит, не увидим. Значит, не увидим. Это сколько раз нам нужно совершать ягью, и сколько раз нам нужно, и как нужно воспитать свое сознание, чтобы увидеть Чандру. И хватит ли у нас сил и для этого, и такого вот настроя, и решимости продолжать это. Тоже вряд ли. Тут раньше, чтобы видеть богов или увидеть Всевышнего Бога, 5 лет, 10 лет, 100 лет кто-то постился, стоял на ноге одной. Но мы же не можем так. Мы, скорее всего, мы бросим любой процесс, если в обозримый срок не получим какого-то результата.
Так ведь? Мы бросим процесс, если не будет результата. Любой процесс. Как бы нам хорошо о нем в книжках не написали. Если мы не получим результата, мы бросим процесс. Вот. Поэтому о чем нас, подводя итог, о чем, чему нас учит эта мантра и чему нас учит этот стих Бхагавад-гиты. Тому, что вот процесс жертвоприношения, процесс яги, он не бывает бессмысленным, поскольку он сам приносит все для себя необходимое, и он укрепляет веру, которая нужна для того, чтобы человек продолжал процесс поклонения. Спасибо. Есть у вас вопросы, дополнения, замечания? Говорите. Да. Вопрос есть по поводу вот этого замкнутого кольца. То, что оно работает для того, чтобы поверить во что-либо, это понятно. Ну, то есть нельзя поверить, если ты не ощущаешь. И нельзя ощутить, если ты по-настоящему не веришь. А вот на обратную сторону, вы тоже сказали, что это как курица и яйцо. Но я просто где-то в лекциях слышал такую вещь, что вера, она уходит, когда совершено оскорбление. То есть получается, если кто-то совершает оскорбление, то у него прежде вера уходит. Тоже вроде все понятно, или это у меня какое-то представление неправильное? Да, вы совершенно правильно сделали замечание. Да, совершение человеком оскорбления, оно пагубно влияет на его веру, а потеряв веру, человек, скорее всего, так или иначе ослабит процесс, и для него станет еще сложнее обрести веру. Да. Да. Оскорбление. Совершая оскорбление сознательно, человек, он ведь делает выбор. Он делает выбор. Ну, в душе своей. Куда ему? На темную сторону силы? Или на светлую сторону? Вот он выбирает же, когда совершает оскорбление. Он даже находится, пускай там, в самом светлом и чистом процессе, но вот душа его делает другой выбор. Ведь душа в любой момент может сделать выбор. Даже находясь у ворот рая, может сделать выбор. Даже в самом раю может сделать выбор. В любой момент может сделать выбор. Это и называется оскорбление. На самом деле это просто проявление выбора души. Что в какой-то момент она решает. А нет, я все равно. Нет, я не хочу, я не согласна. Я хочу по-другому. Вот и так это проявляется, как оскорбление. Еще вопросы, дополнения, замечания? Да. Ну вот как вот из этого процесса, так сказать, не вылететь, не прервать цепочку и продолжать? Не знаю, никто не знает. Никто не знает. Никто не знает. Это все не мы решаем. Это все просто решает Бог. Не мы решаем. Мы знаем просто то, что вот этот процесс, он сам себя, как-то возгонка такая, да? Вот. Больше веры, больше процесса, больше процесса, больше веры. Больше веры, больше опыта, больше веры, да? Мы знаем, что этот процесс сам себя, он индуцирует. И мы знаем также, что в обратную сторону он может тоже пойти очень легко. Что оскорбление вдруг разрушит нашу веру. И что, забросив практику, мы потеряем веру, а потеряв веру, мы забросим практику. А можем ли мы что-то сделать для того, чтобы остаться или не остаться, или для того, чтобы наоборот не остаться, или остаться? Этого никто не знает. Я не знаю. Это решает Бог. Какие у Него есть планы по отношению к нам?
потому что он читает нас как листок бумаги, как листок книги читает нас. То, чего нам самим непонятно. Нам не всегда понятно, вот, чего мы сами хотим. Нам непонятно, какой выбор мы на самом деле сделали. Может быть, мы в душе вообще просто отъявленные демоны. А тут такими притворяемся святыми. Но Кришна-то знает, что мы демоны. И он поможет нам проявиться как демон. Это будет в его плане. Это вот Мадхвачарья объясняет в своей Махабхарата Таптария Нирная, да, о том, что вот почему Кришна всегда так устраивал, чтобы какие-нибудь люди с демоническими наклонностями, они просто, он бесил их вообще, доводил до какого-то неистовства, да, чтобы они полностью проявили свою демоническую природу. В этом тоже был его план. Они должны выполнить были свою миссию, они должны были скатиться вообще на дно, вантха, тамисру, или получить освобождение, просто вообще дойти до предела. И он поможет. Так что на самом деле у нас есть душа, есть какое-то желание. Эти желания нам самим неизвестны, потому что все, что мы знаем, это наш ум. Он каким-то образом отражает желание нашей души, наш ум. Но очень запутанным образом. И приводится пример, что как если вот жена в отсутствии мужа заводит себе несколько любовников, и потом муж ей может вообще начать мешать, и она подговорит любовников, чтобы они его убили. Вот так же и наш ум. Мы считаем его как своей женой. Мы считаем, что это вот самое близкое вообще нам существо, наш ум. И что вот уж он точно знает, что мы хотим. То есть, когда вот мы пытаемся понять, да, в чем наши интересы, в чем наши желания, мы к кому обращаемся? К уму своему. Это как вот если бы к жене мы обращались, то ну ты же жена моя, ну ты же точно хочешь мне добра. Ты же точно меня знаешь, как облупленного. Ты же заботишься обо мне. Ну кто же мне ближе, чем ты? Так ведь, да, мы к жене относимся. Правильно? А вдруг оказывается, что эта жена, она, конечно, знает нас как облупленного, это факт, но при этом не является нам другом, а является врагом. И вот таков ум, который может быть живому существу другом, но он может быть и врагом. И он может состоять в преступной связи с врагами человека, вожделением, гневом, жадностью. И он может подговорить этих своих друзей, чтобы они погубили человека. Поэтому у нас, вот пока мы находимся под влиянием ума, у нас нет никаких критериев, чтобы узнать, чего мы на самом деле хотим. А Кришна знает, чего мы на самом деле хотим. Поэтому Кришна поможет обязательно развиться нашим внутренним желанием. Конечно, принято говорить, что просто надо повторять Хари Кришна, надо усиливать процесс, и вера усилится. Но ведь это не всегда так, мы ведь знаем. Мы ведь знаем иногда, что количественная возгонка может привести к прямо противоположным результатам. Если мы количественно начинаем возгонять процесс, больше читать мантры, больше там заниматься служением, вообще там все перестали с корми общаться, только сидим, Хари Кришна, книжки читаем, вообще в вашем, в монастырь ушли или что-то. Ведь может это иметь и противоположный эффект. Вдруг появится у нас какой-то гнев, какая-то скука, какое-то критическое отношение к процессу. То, чего раньше вроде не было, когда мы раз в неделю приходили, и все было здорово, и все были такие прекрасные вокруг. А тут стали каждый день с ними заниматься одной и той же деятельностью, и они все вокруг какие-то демоны, все плохие очень, и
не знаю, мне не нравятся эти люди, все, что они делают, и вообще я, наверное, ошибся с этим процессом. Или мантру начинаешь больше читать и просто начинаешь меньше слушать. И как-то и читаешь мантру, прочитал 32 круга, и столько у тебя желаний все, вроде лучше бы не читал, просто разрывает от этих желаний. Да? Поэтому вот возгонка количественного процесса, она не обязательно приведет нас к количественному увеличению веры. Мы просто знаем, что есть связь между верой и процессом, верой и опытом. Но вот я бы, наверное, просто посоветовал, единственное, что мы можем, наверное, сделать, это хранить те крупицы духовного опыта, которые мы получаем. Собирать и хранить крупицы духовного опыта. Потому что они являются основанием для нашей веры. Ну, а какого-то формального пути не существует. В конечном итоге, если мы находимся в процессе, мы можем быть уверены только в одном, что Кришна выполнит наше желание. Причем настоящие желания. Если мы в действительности хотим, как в этом стихе указано, в надежде попасть на райские планеты, изучаем мы веды, да? Ну, может, мы попадем на райские планеты. Кришна знает наше настоящее желание. И когда мы придем, о, Гавранитая, я ничего не хочу, в этом мире я устал. Забери меня к себе, пылинка, у твоих лотосных стоп, хочу служить тебе жизнь за жизнью. Ну, хорошо. Кришна выполнит наше желание, если мы молимся, но то желание, которое мы на самом деле имеем в душе. А что мы имеем? Ну, это... Мы не очень властны над этим. Просто исполнится воля Бога. Может быть, мы демоны. И воля Бога состоит в том, чтобы наш демонизм проявился полностью, чтобы нас убить. Значит, пусть так и будет. Да. Да. Вопрос появился. Ну, может, они немножко не связаны, хотя ну, я вижу, что они очень сильно связаны. А в чем вообще цель кармы, основная цель? Зачем все так придумано? Да, сложно. С какой целью именно карма была введена в материальный мир? Ну, обычно считается, наверное, что это для исправления, да? Вот Хаус, что скажешь? Зачем вообще карма нужна? Кто вообще придумал это все? Зачем? Зачем все так сложно устроено, что за каждое действие какие-то последствия, все какое-то, что не сделаешь, все порождает какую-то волну непонятных вообще связей, цепочки каких-то противодействий. Зачем это все? Смысл в чем? Ну, вот сделал и забыл. Закон справедливости. Вселенская справедливость. Ну, а почему бы, например, не быть закону просто случайностью? Ну, тоже на самом деле некоторое правило. Тюрьма, он должен исправить. Это тюрьма. В тюрьме есть наказание, да? В духовном мире нет. Уголовный кодекс. В духовном мире нет кармы. Нет. Там как бы свободное действие. Что придумал, то и сделал. Да? Ну, карма же, она не для того нужна, чтобы, ну, как бы наказывать, ну, понятно, наказание, мы воспринимаем как наказание. Так а для чего это наказание? Чтобы просто отомстить? Ну, как бы я не думаю, что это же такая месть. Пострадал, кого-то обидел, теперь вот тебя обидят, на, страдай, получается, все. Да, получается, Кришна очень злой. Получается, Кришна постоянно злой. Всех наказывает за все. Как думаешь? Будхама. Он еще и поощряет, благодарит. Иногда поощряет. Чтобы сознание изменить. Для чего нужно наказание? Чтобы изменить сознание. А можно спросить? А? Где-нибудь написано, что это Кришна изобрел карму? Где-нибудь сказано, что это вообще по воле Кришны она появилась? Ну как бы все исходит из Кришны. Ну, так или иначе. Ну,
Бхагавад-гита стоит на тех позициях, что, что Кришна не отвечает за поступки живых существ, они сами являются причиной своих страданий. У них есть свобода воли, да, и Верховный Господь не отвечает за, за последствия их деятельности. Они сами делают что-то, сами получают страдания. Они же находят... Что такое даже вот карма? Это ведь не взаимоотношения, как правило, с какими-то неживыми объектами. Это ведь взаимоотношения с другими живыми существами. Если я кого-то съел, то это не Кришна потом хочет, ну, меня наказать, а тот, кого я съел, хочет меня съесть. Ну, мы же с другими живыми существами, у нас же тут как бы автономия, мы же тут сами. Да, друг... Иначе будет пристрастность. Почему? Иначе будет пристрастность. Но Кришна пристрастен иногда. Одновременно пристрастен и не пристрастен. Да. Ну, а так, в принципе, мы сами тут. Вообще, это очень такая тема кармы довольно скользкая, потому что есть такая философия кармы мимамса. Это одна из ведических даршан, да? Которая стоит на позициях, что в принципе в материальном мире вот все обусловлено этой кармой. И опять же, не очень много даже места Богу в этом. Да? Потому что, согласно карме мимамсе, если Бог даже есть, то он вынужден все равно тоже воздавать человеку добром или злом в соответствии с законом кармы, а соответственно, ну, как-то можно его не брать в расчет. Ну, в общем, если представить себе, что уголовный кодекс работает четко, то неважно, есть ли судья или прокурор, ну, ты автоматически получишь. Вот. Вот. Но у нас наша философия не является философией кармы мимамсы, да, мы не являемся кармами мамсиками, вот в чем дело, да? Это не наша даршина. Поэтому мы говорим, да, карма есть. Но мы не лезем в хитросплетение кармы, и мы не собираемся как-то вот очень сильно вдаваться в философию кармы. Потому что, ну, мы представляем, что она довольно такая сложная вещь, в ней есть место и закону действия и противодействия, и воздаянию, и справедливости, но есть также место и чуду, и очищению, и вмешательству божественных сил, и какому-то плану Господа, в том числе в отношении демонов, которые должны выполнить тоже свою миссию. Вот, и поэтому мы как-то не очень сильно вот, разбираемся в карме мимамсе, вот, мы знаем, что вот это есть, ну, как-то так. Почему это создано так, почему... Ну. Это чуть-чуть более логично все-таки, чем христианство, согласитесь. Ну, хотя бы, да. Полностью интеллектом все равно мир не понять, даже у нас не понять. Но христианинам еще тяжелее, чем нам, поверьте. Когда у них совершенно непонятно, почему один родился калекой, негром в преступном гетто, окруженном наркоманами и убийцами, а другой родился в семье католического священника, благополучной, сытый все время был и Библию слушал. А прошлой жизни ведь не было. Они родились только что. Первый раз. Единственный раз. И вот они живут один раз, а после, значит, с них спросят. И очень много вопросов возникает, что один ли тот же уголовный кодекс будет применен к вот этому калеке-негру, выросшему среди наркоманов и убийц? Да, и который еще и в детстве умер только от первой дозы героина, которому мамаша вколола, да? Или вот у этого там сына священника. Одной ли мерой их будут мерить? Или разной? А если разной, то вот как это все будет определяться? Ну вот на все это такое там, пути Господни неисповедимы. Все. У нас хотя бы как-то вот больше логики в том, что... Живое существо, оно живет не одну жизнь, поэтому мы видим, что многие вещи у нас обусловлены в этой жизни, нашими прошлыми жизнями. Этой жизнью мы обуславливаем многое в следующих жизнях. Потом, как-то немножко очищаясь, мы получаем сами опыт. Опять же, не просто вера, да? Вера вследствие опыта. Мы получаем некоторое такое видение ситуации, как карма работает, да? Мы получаем... понимание, что в нашей жизни идет от каких-то наших прошлых поступков, убеждений и так далее.
Ну и вот уже после этого нам как-то, имея какой-то опыт, уже меньше вопросов. Но все равно как-то на уровне интеллекта написать формулу кармы, наверное, невозможно. Ну а Кришна имеет, конечно, к этому отношение, как ко всему в мире он имеет отношение. Но прямого и непосредственного отношения он не имеет. Скорее, работа закона кармы – это следствие вот нашей автономии. Так ведь? Я правильно сказал? Да? Еще дополнение, замечания, вопросы? Оскорбление, да? Вот как избегать оскорблений? Мы понимаем, что это на практике как выражается, ну, чтобы себя контролировать, отслеживать, грубо говоря. Я специалист по совершению оскорблений, по избеганию оскорблений я не знаю ничего как-то, никаких особенных способов я не знаю. Может быть, вот более чистые и возвышенные вайшнавы поделятся своим опытом, как можно избегать оскорблений. Никто не хочет. Все скромные. Не хотят. Да. Да. Просто я этот вопрос задаю неоднократно, и почему-то я вот к моему удивлению, никто полноценно не может рассказать про карму. Хотя у меня возникла гипотеза, ну не сказать, что лично у меня, все-таки откуда-то из каких-то лекций представление возникло, что карма все-таки она имеет цель, причем очень благую, что нужно, ну то есть как бы Кришна же хочет, чтобы мы к нему вернулись. А если мы хотим, ну, наш выбор в материальном мире быть, нужно же как-то показать, что это не настоящий мир. И если не хочешь сразу путем духовной практики, попытайся путем ошибок и разочарований. То есть желание, достигай 100 раз это желание, разочаруйся в нем, следующее разочаруйся. И так, когда уже все, что ты мог пожелать, во всем придет разочарование, ничего не останется, останется только поиск того, в чем, ну, что еще не попробовал, а не попробовал как раз-таки духовную практику. Ну, то есть просто, почему этот вопрос так мне сейчас важен, потому что с некоторыми преданными возникает, ну, не сказать, что споры такие, расхождения во мнениях, то, что если карма действует на всех и всегда, и она, закон справедливости, от которого ты не убежишь и не отделаешься никаким образом, то нужно идти даже против себя, но делать все правильно. Хотя я вот сколько не пробовал делать все правильно, ну там даже говорят вставать хотя бы рано по утрам. Если я это начинаю делать не потому, что я, эгоист, так захотел вставать с утра, а потому что кто-то предписал, иначе в 5 утра будет, ну если ты не встаешь в 5 утра, то это уже отклонение от духовной практики, и ты что-то неправильно совершаешь. Но вот если из такого мотива исходить, то это как пружина сжимается, и все равно потом срыв происходит. Слушайте, ну вот как бы ничего против я не имею. Вот ту теорию, которую вы изложили по карме, мне кажется, она вполне логичная и нормальная теория, почему бы и нет. Я во всяком случае не нашел никаких противоречий с тем, что пишет Шрила Прабхупада. Вы нашли что-нибудь в теории про карму? Нет, вроде нормально. Но вот каким образом вы хитро подтянули под это свое нежелание вставать утром, да? Вот это другой вопрос. Потому что теория про карму у вас замечательная. Но как из этого следует того, что утром можно не вставать? Я не знаю. Это никакой карме не имеет никакого отношения. Просто утром действительно лучше вставать утром. Потому что человек, он утром встает, днем чем-то занимается, вечером ложится спать, и все. И никаких сов на самом деле не существует, есть тамагунщики просто, и все. Благость – это вставать утром, работать днем, ночью спать. А вставать днем, вечером работать и ночью что-то делать, а днем, утром спать – это просто тамагуна. Вот и все. Никаких сов нет. Там есть совы и жаворонки. Нет, это просто тамагуна. И все. Человек не ночное животное. Человек дневное животное. Ну вот, вот честно, если свет выключить, вы видите? А сова видит. Почему? Потому что она настоящая сова. Знаете, эту теорию в журналах, да, пишут, что есть, а потом говорят, ой, я не могу там встать, я сова.
Знаете эту теорию, да? Что вот есть якобы сова, есть якобы жаворонки, да? Вот вы, который человек говорит, что я сова, да? Свет выключите в комнате, дайте ему книжку, скажите, почитай. Я не вижу, темно же. Ну как ты же сова. Ты же сова, ты должен видеть ночью. Если Бог создал сову так, что она живет ночью, так она видит ночью. А ты почему не видишь ночью? Потому что ты не сова. Что у человека есть такого, чтобы ночью он без света мог... Вот что? Как вот человек может быть ночным животным? Нет. Он не ночное животное. Он видит днем, он может ходить, он может действовать днем. Он живет по солнцу, человек. У него там... Вот естественным образом он, когда солнышко, он такой радуется, такой бегает. Когда ночью, он такой, им надо спрятаться и спать. Ну, человек, это даже ни при чем тут это... Просто так человек устроен. А современная цивилизация, она... Вот мы сейчас здесь почему можем сидеть? Потому что цивилизация придумала электричество, продлила световой день. Ночью, если бы не было электричества, все бы сидели дома и спали. Ну, что бы делать, да? Ну, свечами же не все. Это все меня изменился ритм жизни человека современного относительно недавно. В первую очередь, когда было широко внедрено искусственное освещение. Вот когда появилось искусственное освещение в больших масштабах, тогда люди перестали вечером ложиться спать. И когда появились разные развлечения, типа там, телевизор смотрели круглые сутки. А ведь не было этого. Еще 2-3-4 века назад все люди, солнышко зашло, темно, ну что делать? Ну там поставил свечку или факел такие дежурные, и все спать. Потому что человек должен ночью спать. Ну, другое дело, что вот насколько мы способны или не способны следовать вот высокому стандарту, что там 3:30 вставать, этого я не буду вот на этом настаивать, да, потому что, ну, для большинства нас, живущих дома, это очень трудно, потому что мы же с другими людьми еще живем. И, ну, как правило, в одной квартире, если мы живем, и нам 3:30 вставать, да, а нам же потом придется часов в 9 ложиться, мы не увидим ни родственников своих, не успеем ни с кем пообщаться, ничего не успеем. Ну, поэтому, конечно, все в разумных пределах должно быть, да. Не так, что совсем все ушел. То, что для мудреца день, для обычных людей ночь, и пошел спать. Нет, все равно мы должны поддерживать нормальные социальные связи, мы должны более или менее как-то вот адаптироваться в этом мире. Ну, приходится, потому что мы вот живем в большом городе. По большому счету, жить ведической жизнью в большом городе невозможно в принципе. Нам приходится идти на компромиссы. Вайшнавы, которые вот хотят жить такой ведической жизнью, они уезжают в деревню. В большом городе, работая, учась, общаясь с родственниками, вы должны идти на компромисс. Это понятно. Мы идем на компромисс. Но это не оправдывает нас в том, чтобы спать до 11-12 часов, когда уже все наши, так сказать, родственники уже гремят на кухне чайниками, да, и тут вот такие мы, значит, благостные брахманы встаем, да. Это нет. Все должно быть разумно. Как минимум, всегда преданный встает раньше остальных домочадцев для того, чтобы пока они спят, иметь время, чтобы спокойно почитать мантру. Это вот неоспоримый факт. Может быть, это не 3:30. Может быть, там у разных вот, по-разному, как у него семья, как у него работа, как у него учеба, как у него устроена жизнь. Но всегда удобно встать раньше, чем ваши домочадцы. У них как раз самый сладкий сон, а вы мантру читаете, и всем хорошо. Да? Я вот еще хотел спросить, вы сказали, что... Преданные, которые хотят жить ведической жизнью, уезжают в деревню.
ключевое слово «хотят жить». Как вообще изменить вот эти желания сами по себе? Потому что, ну, вот начал заниматься, вчера был там обычным человеком, сегодня кришнаитом стал. И как вот эти стандарты внутренние, свои собственные, вот не просто кто-то сказал, что так будет лучше, и ты ему на слово поверил, а свои собственные желания изнутри изменить в русло того, что... Ваши, вот то, что вы считаете вашими собственными желаниями и собираетесь изменять, это просто колебание вашего ума. Будьте спокойны, вы не знаете своих собственных желаний. Кришна их знает, вы не знаете. А у нас это сейчас вот колебание ума. Что соответствует моей личности, моей природе, что я хочу на самом деле, я должен понять, что я хочу, я должен быть собой, мне нельзя изменять себе. Вот это все имеет отношение к нашему уму. Мы не знаем своей истинной природы, мы... Это все так. Поэтому просто не заморачивайтесь на эту тему. Это с вами разговаривает ваш ум, он может быть другом, а может быть и врагом, относитесь к нему с подозрением. Ум – это та жена, за которой надо приглядывать, как минимум приглядывать, полностью доверять нельзя. Ну а как развиваются желания, я думаю, наверное, коллеги меня поддержат, что, наверное, вообще как-то так мотивации такие получаются от общения, да, от общения. Вот мы видим каких-то людей. Потому что опыт, если какого-то опыта мы не имеем сами, мы можем получить его отраженный. Другого способа нет. Мы не имеем опыта духовной реальности, но мы встречаем духовного учителя, который имеет опыт духовной реальности. И мы вот, он нам как бы его передает. И вот мы его получаем тоже каким-то отраженным образом. Точно так же какие-то вещи, которые мы сами не понимаем, которые мы сами не чувствуем, но встречаемся с людьми, зараженными этой идеей, вдохновленными этой идеей. И общаясь с ними, мы вот какую-то часть их опыта понимаем, во всяком случае, до той степени, чтобы самим, ну, попробовать. Если хотите уехать в деревню, общайтесь с теми, кто этой идеей вдохновлен. Я пока не вдохновлен идеей уехать в деревню. Я пока что-то как-то не очень понимаю. Потому что климат у нас такой, что как-то вот... Не совсем понятно мне, как это все. Ну и, конечно, очень сильно обусловлен. Мы очень сильно обусловлены, городские жители. Это очень такой решительный шаг должен быть. Может быть, он не всем и нужен. Может быть, не для всех у Кришны есть и план такой, чтобы они уехали в деревню. Кто-то должен здесь остаться. Но кто-то поедет в деревню, Прабхупада это тоже очень хотел, когда люди создают... И вот и там, наверное, человек, особенно тот, кто вот испытывает такое желание, что вот я хочу нормальным следовать стандартам ведийской жизни, вставать, ложиться, правильное омовение совершать, правильно вообще все ритуалы совершать. Но это в городе невозможно. Но в деревне теоретически это возможно. Еще есть дополнение, замечание. Да. Ну, в этом стихе Пурушсокта. Тут указано там три веды, вот еще есть, ну, Адхарва веда. Она что-то про нее может сказать? Да, Адхарва веда – это веда магических заговоров. Адхарва веда. Она иногда не включается в основной канон трех вед, поскольку вот в таком цикле жертвоприношений, о котором я вначале говорил, да, жертвоприношения, связанные с напитком сома, вот этот основной цикл ведийских жертвоприношений, Адхарва веда там не читалась. Ну, в общем, в основной литургии Адхарва веда не присутствовала. Поэтому вот считается три веды основные. Адхарва веда стояла особняком. Как правило, ритуалы, связанные с Адхарва-ведой, это отдельные ритуалы. Не в общем цикле основных ведийских ритуалов, а отдельные ритуалы. Как правило, опять же, совершаемые с какой-то целью. Здоровье, богатство,
победа над врагами. Вот. Потому что это веда заговоров, магических заговоров. Ну, в Ману Самхите сказано, что брахман имеет право, если его обижают, ну, другие просто не имеют права, да, потому что вообще колдуны в ведийском обществе, их не очень любили, их наказывали. Ну, всякие вот колдуны, да, экстрасенсы вот эти, которые порчу наводят. Вот, в принципе, за это жестоко наказывали. Не любили всяких ведьм и колдунов. Но в законах Ману сказано, что брахман, если его обижают, и у него нет другого выхода, он имеет право применить ритуал и мантры Адхарва Веды для того, чтобы наказать обидчика. И ему за это ничего не будет. Ну, тут так, да, двоякая такая, да? Потому что, ну, с одной стороны, хорошо, что, конечно, брахмана не будет никто наказывать как колдуна, если он применит заговоры Адхарва Веды в исключительной ситуации, потому что, да. А с другой стороны, это такая немножко издевка над современными брахманами, да, что, ну, как-то у тебя проблемы, ну, тебя обижают, ну, ты же брахман, в крайнем случае ты же можешь решить эти проблемы. Ну, может быть, вот настал уже этот крайний случай. Ладно, мы разрешаем тебе. И такая немножко издевка над калиюжными брахманами, и уже вот в дхарма-шастрах это чувствуется, да, что когда цари не очень хотели защищать брахманов, они вот это говорили им, что, ну, если что, ты же можешь прочитать мантру и всех покарать. Мы знаем из ведической истории, как иногда брахманы собирались и читали такие мантры, вот царя Вену они помножили на ноль, да, таким образом. Но, конечно, сейчас мало очень брахманов, которые могут с помощью Адхарва Веды каких-то достичь целей. Вот. Ну, Адхарва Веда есть. Да. Что-то попытаться можно. Я думаю, что все опять-таки очень зависит от веры, чистоты и силы сознания брахмана. Главный ингредиент любого жертвоприношения – это вера. Это даже неправильное чтение гимнов. Даже правильное чтение гимнов, там, чтобы тон правильно был, долгота слога, это второстепенная вещь. Главное – это вера, конечно. Вера и чистота сознания. Если будет такой брахман, который вот с такой силой сознания, скорее всего, он не захочет применять Адхарва Веду против своих врагов. Но если применит, она будет действовать. Даже в Кали-югу, в принципе. Теоретически она может действовать. Так что вот это такая веда практической магии, можно так сказать, да? И, хотя тоже в Адхарва Веде много очень таких вещей, глубоких, философских. Это же веда, во всех ведах знание о Верховном Боге. Но внешне, в первом приближении, это магические заговоры, направленные на достижение определенной цели, которые вот брахманы могут использовать. Все? А? Да. Ну вот сам вот процесс ведической йоги. То есть горит огонь, туда льют масло, кидают зерна, и полубоги получают какие-то плоды. Ну что за плоды? Зачем им это надо? Ты горело зерно, там горишь масло. Как? Что-то на тонком плане происходит? Что это вообще такое? Зачем это нужно? Да. Зачем это нужно полубогам? Что нереально получает этот йоги? Сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос. Но вот
как бы сам факт существования этого вопроса в нашем уме, он, конечно, показывает, что никогда мы не увидим ни Индру, ни Чандру на своих церемониях. Ну, потому что... Ну, вот это вот наше сознание, да? Вот так вот. Вот. Ты бросил зерно в огонь, ну, сгорело зерно, там горелое зерно получилось, дым пошел. В принципе, что нужно было Индре, что ему этот дым нужен был, или зерно горелое, почему именно ему нужно было это горелое зерно и так далее. Вот как бы, как говорится, с таким подходом ты корову не продашь, точно знаю. Для человека ведийских времен вопрос этот не вставал, потому что, конечно же, на уровне движение души осуществляется яки. Она осуществляется на уровне движения души. Когда все самое лучшее, человек жертвует в огонь и делает то, что абсолютно бессмысленно с материальной точки зрения. Ведь это масло лучше его съесть самому, чем вылить в огонь, оно сгорит. А помните, я на позапрошлой лекции рассказывал о том, что мир – это зеркало. И что на самом деле смысл имеют действия абсолютно противоположные. Вот. Как если вы находитесь в зеркальном мире, да, если вы на самом деле понимаете, что вы являетесь отражением, то когда вы берете ложку с маслом и пытаетесь ее в рот к себе затолкнуть, то она просто стукается о стекло. А если вы делаете наоборот, да, эту ложку от себя, то тогда она оказывается у вас во рту и в животе. Не понимаете? Это аналогия понятна. Не понимаете, да? Вот жертвоприношение – это принцип для людей, которые понимают, что мы находимся в ненастоящем мире, что мы находимся в отраженном мире. И наши попытки удовлетворять себя, свои чувства, всем, что в этом мире есть, ингредиентами яги, женщинами, зерном, маслом, золотом, славой, стихами, кинофильмами, все вот сюда, сюда. Это не сделает нас счастливыми, потому что мы живем в ненастоящем мире. Наша ложка бьется о стекло зеркала постоянно. И что для того, чтобы на самом деле эти подношения дошли до нашей истинной сущности, мы должны делать движение ложкой от себя. Понимаете? От себя. Мы берем масло, зачерпываем и говорим «Идам вишнаве, идам намама». Это вишну, это не мое. Нам, идам вишнаве, идам нам, это вишну, это не мое. Это не мое. Или даже там полубогу, идам чандра, идам намама, это чандри, это не мое. Главный принцип жертвоприношения – это намама. Это не сюда толкать и об стекло биться ложкой, да? А правильно понять, что мы живем в отраженном мире, соответственно, правильными будут движения противоположные. Вы когда в зеркало смотрите и пытаетесь что-то сделать, вы не замечали, да, что вы пытаетесь смотря в зеркало, а не контролируя там вправо руку, она наоборот идет влево, и через какое-то время вы понимаете, или как-то обреетесь, вы понимаете, что смотря в зеркало, нужно делать наоборот, чем ну там, да, и тогда получается правильно. И вот вы делаете наоборот, вы от себя масло, от себя зерно. Ну а что у ариев было ценного? Ну, зерно, масло. Ну вот так Господь создал, что это ингредиенты жертвоприношения. Почему Господь не сделал, чтобы ингредиентами жертвоприношения были там, не знаю, пластик и резина? Почему нельзя резиновые покрышки жечь? Ну, не знаю, может быть, в какой-то вселенной резиновые покрышки являются ингредиентом жертвоприношения. Но вот у нас вот коровье масло является лучшим ингредиентом жертвоприношения. Наверное, это тоже не самое главное, как не самое главное был напиток раса,
напиток сома, да, в этой процедуре, а больше это была вера. Потому что главное это от себя, это не мое. А что при этом получают боги? Получают ли они там какой-то физический дым? Получают ли они какое-то физическое зерно? Или получают они на каком-то тонком плане удовлетворение от того, что делается? Надо, наверное, вот поскольку веры и видения у нас нету, богов мы не видели, не знаем, что на самом деле им нужно, мы можем обратиться к Бхагавад-гите, где написано об этом, что совершая яги, человек удовлетворяет богов, удовлетворенные боги проливают дожди и так далее, и так далее. Есть рита, установленный порядок в этом мире, что человек должен совершать жертвоприношение. Он не должен все запихивать в себя, он должен подносить на огонь, который является языком богов, и уносит это богам. Блин, вот как он уносит эти там этот, это масло и так, этот горелый ячмень или и в каком он виде уносит. Я не знаю, как это объяснить, потому что у меня никогда не возникало такого вопроса. Потому что, наверное, вот у меня куча вопросов возникало в жизни и по поводу вед, и по поводу всего. Но вопрос о том, почему нужно кидать ячмень в огонь, у меня никогда не возникало. Ну, как бы, ну, а куда? Мне кажется, это настолько естественным, что когда совершаешь жертвоприношение, это жертвуешь в огонь, который является языком богов. Но опять же, для нас это вот очень сложно сейчас сделать, потому что представь ведийского человека, вот он зажигает огонь, он не просто теоретически знает, что это язык богов, он видит это. Он видит, как возливая масло, он тем самым удовлетворяет богов. Он видит, как собираются боги, и что они довольны тем, что человек ну, не в себя запихивает, а пригласил богов. И они насыщаются этим каким-то образом. Ну, наверное, и не знаю, каким образом, но насыщаются каким-то. И человек видит это все. А у нас, мы же ничего не видим, мы же ничего не знаем. Для нас огонь горит, ну, горит огонь. Богов мы не видим, как они насыщаются, мы не видим. Поэтому для нас, у нас возникают такие вопросы, поэтому для нас и не рекомендовано. Маха-мантра, Хари Кришна. Да. Ну, хотел добавить, в Бхагаватам там описано, что вот, когда демоны хотели навредить полубогам, они специально убивали брахманов, там, ну, чтобы да, те не совершали яги, и сила полубогов от этого ослабевала. Да, значит, так и есть. Как-то оно работает, значит, связь есть прямая. Да, потому что вот мир так устроен. Вот есть, есть мировой порядок, рита, согласно которому люди должны совершать жертвоприношения. Эти жертвоприношения поддерживают силу богов. Боги охраняют порядок в этом мире. Вот таков порядок. Если это нарушается, если жертвоприношения не совершаются, да, боги ослабевают, да, Вселенная приходит в какое-то такое хаотическое состояние. Ну вот, например, сезоны как-то не вовремя ходят. Дождь, снег, там все как Бог на душу положит. Какой-то Бог, как Индра, с какой ноги встанет. Да? Хао. Наверное, они получают, какую-то энергию, поддержку. Потому что в психологии даже есть момент, что если, допустим, там аудитория, ну, там такой эксперимент, аудитория позитивно к тебе относится, там, и предлагает тебе там спеть или что-то сделать, то ты как бы легко это делаешь. Или другая вот туда негативно, критично, тогда ты как бы скован такой. То есть это как бы, результат. Или там вот эти гимны Ригведа во время жертвоприношения, это же не только туда зерно бросается и масло, это же гимны поются, которые тоже вместе, а там, там Индра, ты такой, да. Ну, наверное, это... Как болельщики поддерживают, ты такой великий, ты Вритру убил,
ты всех победишь вообще. Вообще сильнее тебя никого нету. Ты представитель Верховного Бога здесь. Ты вообще Бог для нас, самый главный. Конечно, после этого он, ну, вдохновляется, да, и тоже делает что-то хорошее, какие-то свои обязанности исполняет. Наверное, так, наверное, да. Вдохновение, да, главное, да. Так же получается, вот, например, даже в семье. Жена силы своими даст, силы своими энергии, сознания, она может отдавать силу мужу своему, и муж, да, совершает великие дела. То есть, да, за каждый мужчина, да, стоит, да, слабая женщина. Да. То есть, она своим сознанием его толкает. Так же, да, может, браманы, полубогов. Да. Брахманы, заказчики жертвоприношений, все ведийское общество, которое, оно вот так вот создано было вокруг этих ритуалов, да, оно, конечно, вдохновляло и богов, и высших существ, и, ну, всех на то, чтобы они вот как-то тоже участвовали в их жизни. И ведь они ведь не только, то есть мы читали, да, смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителями. Ведь еще приглашая постоянно богов к себе, человек ведь и себе у богов место тоже резервировал, да? Ведь когда вы к себе все время в гости кого-то приглашаете, кормите, поете его, то рано или поздно он ведь тоже вас к себе возьмет в гости, правильно? Ну, с ответным визитом. И в ведах существует представление о том, что вот эти жертвоприношения, причем физические именно, да, я не помню вот конкретных мест, где бы там Индра питался этим ячменем горелым, да, все-таки Индра больше питается прославлением, они как-то больше на него действуют. Но вот что конкретно сказано в ведах относительно ячменя, это вот эти подношения в огонь, вот этой материи, которая каким-то образом видоизменяется в жертвоприношении, да, там, на райской планете, он создает себе этими подношениями тело и мир. Понимаете? То есть вот этот ячмень, он не Индре идет. И вот все вот эти. А уже идет. Он этому же жертвователю идет, чтобы в том мире для него создался некоторый, каким-то образом это вещество переходит в другое состояние. Ну, потому что райские планеты тоже материальный мир. Да? И вот это вещество становится там веществом, таким, что там ему делается место. Ему создается, этому жертвователю создается из его подношений в огонь масло, ячменя и прочего. Ему в том мире создается тело, дом, окружение, ну, это я читал. Как это вот, ну, наверное, да, слушайте, мы к прекрасному выводу пришли сегодня, что, наверное, полубогов, скорее всего, вот в этом всем занимает прославление, которые, конечно, вдохновляют, и в этом нет ничего плохого. Преданные тоже вдохновляют друг друга постоянно, да, и прославляют друг друга. А материальными подношениями мы создаем себе там материальную обитель. Да. У меня маленький сын, я, ну, просила Дживараджи провести яги там на год, и вот когда беременная была, и я очень чувствовала хорошо, что вот мы большое благо получаем. То есть мне хотелось для ребенка вот эти самскары сделать, и в этот момент чувствуешь, что-то великое присутствует. Ты, конечно же, не видишь ничего такого необычного, но вот в душе такое ощущение невероятнейшее просто, и ты чувствуешь, что огромное-огромное благо получаешь. То есть на уровне вот каких-то вот внутренних ощущений, и ты выходишь вообще, вот два раза я проводила, просила, точнее, восторг просто. Опыт какой-то внутренний, вот, да, совершенно другого существования. Прям,
Да. Хотелось бы вообще часто-часто это делать. Да, это прекрасно. Прекрасно. Это ведь не зря у слова самскары два значения, да? Одно значение – это вот очистительные церемонии, проводимые регулярно в соответствии с принципами ведической культуры, да? А второе значение слова самскары – это тонкие впечатления, которые остаются вот, в уме и даже, может быть, где-то даже рядом с душой человека и очень сильно влияют на всю его жизнь и даже на следующую жизнь ее влияют. И, конечно, вот, конечно, ведические церемонии – это самскары и в том, и в другом смысле. И в смысле очистительной церемонии, и в том смысле, что это какое-то такое, какой-то опыт, какое-то такое впечатление тонкое, не всегда выразимое словами, но очень глубоко западающее в сердце человека и впоследствии что-то в его будущем формирующее. Поэтому, да. Вообще, конечно, очень такой вопрос всегда религиозный, сложный, там, вот огонь, там, а христиане зачем свечки ставят вот в своей церкви? Что там нужен? Горящий воск Богу? Ну, тоже как бы, да. Мусульмане вообще баранов режут, на Мекку головой обратят и там это... Или там как-то. Тоже там нужна ли... Про баранов у них есть определенная. Нужна ли кровь пророку Мухаммеду, пророку... Или для чего баранов режут? Ну, их режут для того, чтобы они могли... Говорится, что для того, чтобы попасть в духовный мир, им нужно перейти реку. Я не помню, что... А, бараны помогут. Бараны... Сколько баранов ты принес в жертву, столько баранов будут тебя через эту реку перевозить. Вот, тоже. Если ты баранов не резал, то тебе придется самому туда попробовать. Очень бурная река, говорится, и только бараны эти могут тебя сдать. Но баранов резать нужно правильно, там, с молитвами, да, там, со всеми делами. Жертвоприношение. Вот. Так что это все, наверное, помогает. Это все, наверное, помогает. И даже свечки горят, наверное, не зря. Ну как-то ведь этот мир, он ведь создан Богом. И вот из Пуруша Сукты мы, в частности, узнаем, что ведь этот мир создан, собственно говоря, из жертвоприношения и для жертвоприношения. И все, что в нем есть, это изначально является ингредиентами жертвоприношения. И только уже во вторую очередь имеет какие-то другие цели и задачи, понимаете? Так что просто совершая жертвоприношение, мы используем этот мир так, как нужно. Потому что он сделан для жертвоприношения. И мы его используем для жертвоприношения. А если мы его используем для другого, то мы используем его не так, как нужно, потому что он-то сделан для жертвоприношения. Вот в этом как бы суть Пуруша Сукты, да? Что это мир... Как объект и как процесс – это жертвоприношение. Если мы, живя в мире, участвуем в жертвоприношении, мы живем правильно. Если мы живем в мире, а в жертвоприношении не участвуем, то мы живем неправильно. Вот. И значит, как-то вот нам будет потом очень грустно. А так вот мы пойдем куда-нибудь... более хорошие места, а потом, может быть, и к Богу вернемся, очистимся, если мы правильно занимаем этот мир, вот это приношение. Вот. Ну все, давайте уже разбегаться, потому что ночью люди спят. Шрила Прабхупада ки. Спасибо большое. Да, вам спасибо.